навстречу. Подхватывает шайбу Кубалик, играет на защитника. С большим-большим трудом, но все-таки здоровенный Мику шайбу принял и оставил ее в зоне. Вот хороший бросок в дальний угол. Хоккеистам Адмирала. Повозили их там не слабо в своей зоне гости. Но вот ответ! И шайба влетает в ворота! Один-два они успели и сумели превратить в итоговые 5-3. 24-4 через 40 мгновений. Комплект состава у Адмирала. Ридерволь! Опасно! Не попал в створ, а зато попадает. И в створ, и главное, осуществляет контакт с сеткой с нужной стороны. Хоккеист, который находился на синей линии. Команды пытались преградить видимость вратарю. Врана. Очень острый угол был. Одно большинство по ходу этого матча у Адмирала. Первая попытка им не принесла. Близко подпустили к своим воротам хозяева Бирнера. Хорошей позиции наносил бросок. А вот это шайба, которая заставляет... Давайте еще раз посмотрим. Как здорово. Причем такое ощущение, что Ржепик сперва и не понял, что шайба оказалась в сетке. Ну, давайте посмотрим на его реакцию. Сейчас Грачев находился в объятиях Молотный. Тоже от него скользил. Опасно! Шайба не прижата. Пытается дотянуться до нее. Грачев, смотрите, да, одной рукой контролировал шайбу. И опять он. В позиционном нападении Адмирал, разумеется, не так хорош, как при атаках сходу. Хотя сейчас, согласитесь, вторую. Опа! Лисин. Здесь Грачев. Довольно уверенно проведший этот матч. Порселанд и Осипов на синей линии. Опасно! Свалка перед воротами. Гол! 2-2! За 46 секунд до окончания. Шайбе ворота он все же не смог. По-моему, затолкал шайбу Энвер Лисин. Оказался в нужное время, в нужной точке. Вот, смотрите. Активен был Грачев и Энвер Лисин. Относительно недавно сравнял счет и перетащил встречу в овертайм, который завершился довольно-таки быстро и печально для команды из Владивостока. Топи Якола смело пошел в атаку, получил шайбу и классным броском с неудобной руки огорчил Йоакима Лундстрема. Лев добывает бонусный балл. Давайте посмотрим еще раз, как это было. Как здорово сейчас разобрался с соперниками Топи Якола. Ушел от Осипова и бросил с неудобной руки. Вот так вот закончился у нас овертайм, фактически не успев и начаться. Топи Якола оформляет сегодня дубль.